Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка еще одного заказа Faberlic по 17 каталогу. Здесь новинки, здесь новый аромат, будем с вами тестировать наконец-то. Палеточка новая пришла, будем с вами делать ей макияж, свочить. В общем, я уже не дождусь распаковочки, давайте начинать. Вы помните, девчонки, да, почему мне пришлось сделать еще один заказ? Потому что в первый день действия 17-го каталога еще был не отлажен сайт. И палетка, которую я получила по программе «Зарегистрируй трех новичков, помоги им сделать первый заказ», да, и ты тоже получаешь подарок, как и твой новичок. В 18-м каталоге то же самое, кстати, будет. Если вы в этом периоде выполнили эти условия, то вы тоже получите парфюмерную водичку с кристальчиком. Вот. И сайт еще не отладили. Мне пришлось сделать повторный заказ. Я разбила свой заказ на два. Основной вы уже видели. Кто не видел, ссылочку оставлю. И вот второй заказ, где у нас с вами палеточка лежит. Та-дам! Давайте скорее начинать. Заказала два набора, потратила свои купоны, девчонки, и заказала два вот таких подарочных набора. Один у меня попросила соседка, второй подарю кому-нибудь тоже. Обязательно очень мило, презентабельно все выглядит. Такая красивая новогодняя коробочка с малышками, кремушками для рук. Да? Подарочный набор для ухода за кожей рук по купонам, что-то они мне там стоят. То с копейками вообще обошлись, это приятная цена для такого подарка милого. Артикул 0494, сроки свежайшие, 10 месяц 2020 года. Здесь три кремушка для рук, здесь вот так вот немножечко запечатано скотчем, да, и внизу также. Не буду, девчонки, открывать, вы наверняка уже многие в обзорах видели, представляете, что там такая подставка, и в ней стоят три маленьких кремушка для рук. Крем для рук, интенсивное восстановление, надежная защита, питание и смягчение. Ну, мне кажется, мелочь, а приятно, да, кому-то преподнести такой презент. Дальше потратила купон, девчонки, заказала свою любимую разогревающую маску для волос из линейки Faberlic Expert Pharma. Это космецевтика Faberlic, которая обладает не только хорошими ухаживающими косметическими свойствами, но и лечебными. Разогревающая маска против выпадения волос, артикул 8349. Недавно кто-то у меня, кстати, из девочек под видео спрашивал на нее отзыв. Мне очень она нравится. Мне нравится она и потому, как она работает, и потому, как она ухаживает за волосами. Нереально круто, девчонки. То есть помыла голову шампунем, я ее после мытья головы наношу, и нанесла на все волосы, уделяя особое внимание коже головы. Можно там помассировать ее прям на коже головы. Начинает печь, печь так неплохо, и я держу ее столько, сколько она работает. Перестает печь, все, я ее смываю, и волосы после нее нереальные, девчонки, гладкие. В общем, она и как просто маска для волос вообще обалденная, то есть не требует потом больше никакого ухода, ни бальзамов, ни масок, ни смывашек. Поэтому я ее люблю. Взяла по купону, очень дешево, тоже за 100 с чем-то рублей, вообще огонь. Так, поехали дальше. Взяла два ярких мыла, и оба зеленых. Мне понравился их цвет. Мне нравится вообще цвет зеленый. Он как-то всегда вот бодрит, сочный, красивый. У меня кухня в зеленых тонах, ванна в зеленых, оливковых. И поэтому вот одно поставлю на кухню, одно в ванну. Так, это у нас бьюти-кафе, новые мыльца, да? Первое у нас лаймовый сорбет. Я надеюсь, оно будет с кислиночкой. Здесь 200 мл и артикул 2505. Давайте потестируем аромат. Но некрасиво выглядит, здорово. Пластик, кстати, плотный такой, добротный. Ой, да, оно с кислинкой, здорово. Оно действительно пахнет лаймом. Лаймом во всех проявлениях и немножечко, немножечко сладкий лайм. Ну, а в целом картина, да, классная, как я и ожидала, с кислинкой, аромат лайма ярко выражен, здорово, нравится. Оно у нас прозрачное, прозрачный зеленый гель, да. А вот это мыльце у нас уже не прозрачное, кремовое как будто такое, да. Грушовое парфе. Но название сойти с ума не встать. 2537 артикул, давайте потестируем его аромат. Груша. И тоже с небольшой зеленцой, кислинкой и немножечко от пудинга чего-то, от выпечки. Есть небольшой аромат такой выпечки кондитерской и груша. Приятно, в целом тоже есть кислинка, здорово, неприторный аромат. Я не прогадала, девчонки, на все 100%. Девчонки, некоторые меня просили называть цены. Я не знаю, насколько это в этом заказе актуально, потому что многое здесь у меня по купонам, но буду вам называть. Так, разогревающую маску по купону взяла за 135 рублей. Так, 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 жидкое мыло у нас при покупке двух средств срабатывает акция по 99 без скидки и 73, это цена консультанта, с моей скидкой 26%. Так, взяла еще по купону, девчонки, очищающий гамаш из линейки Axiology, кислородное дыхание, он невероятно крут. Если вы ищете себе деликатный скрабик, который будет освежать вас с утра и дарить коже второе дыхание, это оно. Взяла соседки, она просила, он приходит у нас заслюдированный, артикул 0271, гамаш, девчонки,
Ярмарки взяла по купону за 149 рублей со скидкой 110, получается. Вообще за копейки. В каталоге он 200 с чем-то рублей у нас. Чем мне нравится этот гамаш гораздо больше, чем скраб из этой линейки, девчонки. Когда вы скрабируете свое лицо, потому что гамаш это, по сути, тоже скраб, но там мелкие частички, менее травмирующие, чуть более деликатные, да. Их много, здесь прозрачная гелевая текстура, и они вот такие вот вкрапления сиреневые, почти как упаковочка. В этом прозрачном геле. Проработали свое лицо, умылись. И как будто, знаете, вот немножко ментола, что ли, здесь содержится. Но я состав не изучала. Потом такое ощущение, что кожа ваша дышит. То есть складывается такое ощущение у меня каждый раз после использования этого продукта, что я чувствую, как у меня через кожу проходит кислород. Вот она прям вся дышит, дышит, дышит. Она такая здоровая и обогащается кислородом. Мне очень нравится этот продукт. Кто, девчонки, не пробовал, еще есть время и по купонам заказать, если они у вас остались. Если нет, и без купонов, на него цена отличная, потому что продукт долгоиграющий. 1-2 раза в неделю, если использовать, хватит надолго. Дальше, девчонки, заказала 2 набора «Зима». Ну, не набора, а там при покупке 2 тоже срабатывала акция. 2 вот таких ультрапитательных крема для лица, рук и тела. И параллельно, чтобы сыграла акция, взяла 2 бальзамчика. Зима, я сейчас таким пользуюсь, мне очень нравится, на самом деле. Хорошо питает, и дочь у меня им мажется. В общем, все замечательно. Бальзам приходит тоже запакованный. 0937 его артикул. Может быть, на подарочки тоже отдам. У меня бальзамов много, может, себе оставлю. Вот. И кремушки тоже не себе. У меня постоянно на работе, даже летом просила одна женщина, вот этот крем, у нее возрастная кожа, она сказала, он невероятно крут для лица, невероятно крут для ног, она лучше в жизни ничего не пробовала. И мы летом с ней нашли его на сайте, то есть в каталогах у нас этой серии нет, но тем не менее на сайте эти средства все были представлены, и я ей заказывала, да. Это действительно очень крутой, девчонки, питательный крем. Здесь у нас масла, 6% масла ши. И действительно, линейка крутая вот эта «Зима». Мне она гораздо больше нравится, чем предыдущий. 0934 артикул, здесь 170 мл. Сейчас акция хорошая, при покупке 2 средств срабатывает скидка. И цена у нас с вами получается. Так у нас он стоит. Цена 299, цена со скидкой 147 рублей. Вот, за один, 147, с моей 26% скидкой. Вот такой вот кремушек, класс. И второй у меня соседка попросила, он ей тоже очень понравился. У нее сухая возрастная кожа, она от него в восторге. Поехали дальше. Взяла себе, по-моему, по купону, девчонки, если я не... А, нет, в распродаже взяла, была на сайте онлайн-распродажа по срокам годности. Верхнее покрытие для матового эффекта, 73,95 артикул. Меня не пугают распродажи по срокам годности Faberlic абсолютно, потому что еще есть, как правило, несколько месяцев в запасе. Я не знаю, где здесь посмотреть срок годности, девчонки. А, вот 07, 18. Сколько у этих лаков срок годности, я не знаю. В общем, мы сейчас с вами попробуем. У меня на ноготочках как раз глянцевое покрытие. Мы на один хотя бы нанесем, посмотрим, как оно работает. Вообще, я слышала, девчонки его очень хвалят. Ну и давайте, не отходя от кассы, чего уж там, и поближе вам потом покажу. Какая-то мутноватая жидкость, я не знаю, она такая должна быть. Или это уже по срокам годности. Сейчас нанесу вот на указательный пальчик. И посмотрим, как сыграет это средство. Мне иногда очень нравятся матовые ноготочки, особенно с каким-нибудь красивым дизайном. Поэтому почему бы нет? Вот обильно-обильно покрыла, пока ничего не матовое. Сейчас посмотрим. Так, аккуратненько. Закрываю. И ждем, пока ничего не матовое, пока ноготь как был, так и есть глянцевый. А вот начинает потихоньку. Ладно, пока он будет начинать становиться матовым, а будем с вами открывать пробник новой водички. Или Сара она у нас, по-моему, называется, если я не коверкую название, девчонки. Так. Да, Элисар, пробник у нас стоит 37 рублей, девчонки. Артикул пробника 400, ровно 400, да, 60. 420060. Пробник. Может любой из вас его заказать. На сайте он есть. Ой, почти матовый стал. Так, и верхнее матовое покрытие по распродаже было за 37 рублей. По срокам годности. За такую цену как бы я решила, что грех не взять. Ой, почти полностью стал матовым. Сейчас поближе потом покажу. Но все равно не такой прям матовый. Вот как кто делал гель-лак, да, девчонки? Вот у меня там тоже есть покрытие матовое. Там как-то побольше. Сейчас посмотрим. Пройдет немножко время. Вот он, дорогой пробничек. Я уже выполнила, девчонки, тоже условия, вроде выполнила, надо сейчас в конце периода проверить еще раз. То есть 3 у меня новичка сделали заказ, чтобы получить эту водичку, и по логике вещей в следующем заказе у меня тоже будет эта водичка бесплатно за 1 рубль с подвесочкой
с кристаллом Сваровски, да. Если опять в первый день действия каталога не отладят еще систему, то придется опять заказ разбивать на два, потому что я люблю, чтобы уже в среду мне заказ всегда приходил, Фаберлик, да, побыстрее вам снимать обзор и новиночки. Мне пока вот ацетоном воняет кругом, но, надеюсь, мы нормально с вами сейчас протестируем этот аромат. Отзывы разные, противоречивые. Слушайте, а на флакончике написано 341,88. А что они нас в заблуждение-то вводят? На коробке один артикул. По-моему, 341,88, девчонки. Так, где он у нас? Да, 341,88. Они не ту коробочку, наверное, дали, я не знаю. 341,88. Ой, какой интересный. Давайте наносить на кожу. Аккуратненько. Вчера смотрела у Иришки Биби Брайн, она тоже получила пробник, она так здорово его описывала, прям ей так понравился, а она, ну, довольно привередлива в ароматах, и она прям сказала, что это лучшее, что у нее было за последнее время. Я поняла, что мне тоже надо. И что это нетипичный Фаберлик, но она здорово описала, ей очень понравилось, она сказала, на теплой коже, у нее теплая кожа, он прям раскрывается вообще великолепно, а на холодной немножко по-другому, не так многогранно. Так, ну выливайся из пробника, что ты, не могу, девчонки, на палец не льется. Ой, налила, все, вся рука в аромате. Ой, какой классный, ой, здоровский какой, сладкий, с нотками какой-то свежести. Вот правильно она сказала, он какой-то искристый. Вот как это объяснить, чтобы вы поняли, девчонки, берите пробник, чтобы не ошибиться. Во-первых, аромат дорогой, на самом деле, под 3000 в каталогах будет стоить. Ну, конечно, его можно будет потом, наверное, взять, да, у нас со скидочкой 70% по программе Фаберлик Лайф. Но, тем не менее, лучше, конечно, взять сначала пробник, аромат дорогой, вдруг не понравится. Для меня он сильно сладкий. Я не очень люблю такие ароматы. Но у него какое-то интересное, вот это вот игристое послевкусие, девчонки. Есть какая-то нотка зеленцы, свежести немножко. Вот это я люблю. Ой, какой интересный. Он очень многогранный. Он очень многогранный, про него нельзя вот сказать однозначно абсолютно. Сейчас посмотрим, какой будет шлейф. Он действительно многогранный. И какая-то вот эта приторность, для меня приторность, для кого-то он может быть даже недостаточно сладкий, да? Она выветривается. Не знаю, что я чувствую, но мне нравится. Я бы с удовольствием поносила в холодное время года на себе вот этот аромат. В теплое меня бы он, возможно, мог душить. Но я не любитель сладких ароматов, опять же вам повторю. Интересно, очень многогранный. Даже вот так вот одним словом меня пишут. Девчонки, берите пробник 841-88 и давайте с вами посмотрим матовый палец. Вот, девчонки, как выглядит матовый палец по сравнению с глянцевым, да? Действительно матовый. Матовый эффект. Уже все высохло. Мне кажется, для пущего матового эффекта можно, в принципе, и второй слой нанести. А так вот мизинчик, да, глянцевый. Разницу видно, да? Вот так вот. Ну, здорово. Здорово. Пригодится. Мне сейчас нравится делать маникюр обычными лаками, поэтому пригодится. А вот сейчас каким-то компотиком раскрываться начал. Какими-то фруктиками сладенькими. Угу. Абрикосик прям, мне кажется, вот. А вы его никто знает, аспир с абрикосиком. Вот прям абрикосик чувствую почему-то. Вкусненько. Слушайте, мне вкусненько, мне нравится. Я бы с удовольствием вот этот аромат носила на себе. Мне кажется, он в морозный день прям будет так здорово, таким шлейфом красивым играть. Прям невозможно. Нравится, действительно нравится. А вы знаете, я не любитель ароматов Фаберлик. Я с ними так и не подружилась. У меня есть два, которые мне более-менее нравятся. Но и то я их не взяла бы, потому что есть лучшие в магазинах и так далее. А этот нравится. А тем более, если еще за рубль его получить, вообще красота. Поэтому, девчонки, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Регистрируйтесь, проходите, покупайте для себя аромат вот этот полноразмерку с кристаллом Сваровски, с подвесочкой. Можно будет получить в подарок. Мне нравится пока. Очень интересный. Аромат вообще, вот как-то минуты две проходит, он уже по-новому звучит. Так, показала вам все. По-моему, осталась у нас с вами палеточка. Какая красотень. Как же я тебя ждала, дорогая. Так, я тут свои кисти приготовила. Сейчас будем вместе с вами наносить. У меня на лице сейчас только тон, контуринг и тушь. Никаких теней у меня на глазах нет. Вот так она выглядит. Красивая упаковочка. С другой стороны, вот так. Артикул 5808. 10 штук по 1 грамму. Так, и как она у нас с вами открывается? Вот так она у нас открывается. Коробочка. У нас Made in Китай, по-моему, если я не ошибаюсь. Китайская палетка. Но в Китае не всегда делают плохие вещи, поэтому сейчас будем сравнивать. У меня есть палетки с AliExpress, довольно бюджетные. Я знаю, как они жутко осыпаются. Ой, как вкусненько. Вот как она выглядит, девчонки. Лаконично, отражая. Себя даже в ней вижу. И вот с другой стороны.
ну, много обзоров на палетку было, нам с вами вот нужно как бы добиться честного отзыва, скажем так, да. Они все у нас с сатиновым финишем. Мне понравились оттенки. Если предыдущие три палетки в линейке Glam Team, они были какие-то на любителя, одна рыжая, другая сиреневая, другая зеленая, мне ни один из этих цветов не понравился, подборок, да, поэтому я не стала. Смотрите, вот как она выглядит. Вот здесь у нас паленочка, мы ее с вами снимаем. Кисточка обычная совершенно, я такими уже не люблю. Но смотрите, если вам захочется вдруг сильной пигментации, то лучше вот такой кисточкой наносить, потому что... Сейчас, девчонки. Потому что вот эти кисти, они у нас не так наносят, да, как вот это. Вот это, теми кистями удобно тушевать. А если они у нас сейчас будут слабо пигментированы, мы с вами будем наносить их вот этой кистью. Мокрым способом кто-то пробовал, но мне это не очень близка технология. Зеркало я уже заляпала. Зеркало классное, кстати. Ну что, давайте сначала свотчить. Я сейчас на руку перенесу свотчи, а потом сделаем с вами макияж глаз. Так, ну что, девчонки, поехали. Я наносила оттенки таким образом. Верхний, нижний, верхний, нижний. То есть первый у нас сиреневый, следующий вот этот темный. Смотрите, сиреневый низко пигментированный. Следующий самый темный, другой с золотиночкой. Потом благородный коричневый с легким розовым шиммером. Не шиммером, сатином. Здесь шиммера такого нет крупного. Потом такой рыженький. Потом такой, не знаю, кирпичный, теплый. Красиво будет его миксовать с какими-то оттеночками. Сейчас такие оттенки модные. Потом золотистый. Золотистый какой у нас? Вот этот, девчонки, золотистый. Я вам при естественном освещении еще покажу. Пока при искусственном. Золотистый. Потом вот такой с розовым отливом. И последние два очень светленькие. Первый с таким вот желтеньким отливом. Другой с благородным перламутровым. Вот эти последние. Из тех оттенков, что здесь представлены, сильно пылят вот эти два. Смотрите, я вам сейчас покажу. Господи, как же мне одной рукой-то это все сделать? На ноге, что ли, девчонки? Ну, в общем, смотрите. Сейчас одной рукой попробую. Вот эти два темных, они пылят сильно. Наносим на палец. Вот, видите? Фокус появляется. Палетка перебивает все. В общем, и когда мы его переносим, он у нас такими комками небольшими. То есть приходится вот так все сгладить и разнести. Девчонки, что... смотрите, как сводчи играют на солнышке. У нас тут солнышко неожиданно выглянуло. И сейчас покажу вам тенечки. И вот как они выглядят при естественном освещении без солнышка. Светлых вот этих почти не видно, да? Так, ну вывод, пока делать рано, давайте наносить с вами на глаза, потому что одно дело на руку, другое на глаза, и посмотрим уже, типичный это Китай или нетипичный. Так, я все-таки буду наносить вот такой кисточкой фаберликовской для теней, да, с чего мы с вами начнем. Как подложку, мне хочется вот этот вот оттенок, девчонки, использовать как подложку. Мне нравятся такие оттенки, хотя он здесь смотрится в палитре каким-то теплым, а когда его переносишь, поближе к вам сяду, на руку он почему-то рыжит. Ну, сейчас попробуем, как он будет на веки смотреться. Слушай, пигментация сильная, видите, уже все видно. У этого именно оттенка. Светленькие, они светленькие, но они такие должны быть. Мы с вами сейчас подбровку светленькие нанесем и в уголочек. Хорошо растушуем, пусть у меня будет как подложка. Ну, нет, на веки не так сильно рыжит, в принципе, нормально. Нормально смотрится. Мы сейчас с вами его вот так растушуем. И ничего под глаз не осыпалось. Вы видели кисточку, я даже не стряхнула. Тени с Алика, мои девчонки, они осыпаются безбожно. Поэтому сказать, что это типичный Алиэкспресс, нет, это не то. Вот я набираю. И даже вот сейчас стряхивать не буду. Посмотрим, осыпется под глазик или не осыпется. Пока ничего не осыпается. То есть более-менее. Тушуются они очень хорошо, это большой плюс. Ну, чем же так божественно пахнет эта Элисара от руки? Классно. Нравится, правда, нравится парфюм. Что-то такое интересненькое. Что никогда не звучало раньше, ни фаберлик, ни вот где бы то ни было, я не помню такого. Вот как следует все тушуется. Очень хорошо тушуется, тушуется граница, просто изумительно. Вот видите, вы ее не видите. Так, немножко вот на этот глазик добавлю, то там поярче. Вот они у нас будут как подложка, да? Их же как подложечку тоже нанесу вот такой вот маленькой кисточкой для теней. Я ее использую для нижнего века. Сейчас заодно тоже на осыпание посмотрим. Вот эти два оттенка сильно сыпятся, когда их даже набираешь, девчонки. Остальные более-менее. Так, на нижнее веко. Нет, этот оттенок вообще не осыпается, девчонки. Вообще я не стряхиваю кисть. На нижнее веко нанесли. Мы сейчас с вами все оттенки попробуем. Сейчас будет у нас сборная солянка на глазах. Так, на нижнее веко нанесла. Что нам с вами еще-то взять? Давайте возьмем теперь вот такой оттенок. Вот этот вот теплый такой.
Так, посмотрим, будет ли он осыпаться. Нанесем его на складочку. Под глаз не осыпался. Нанесем на складку и растушуем. Да, он классно тушуется. Вот этот оттенок такой освежающий. Мне нравятся такие оттенки. Он с розовым перламутром, поэтому смотрится довольно достойно. Не рыжит, все прекрасно. Нанесем на складочку и другой глазик. Сейчас и темный с вами посмотрим. Темный, мне кажется, будут осыпаться оттенки. Подтушевали все как следует. Так, другую бы кисточку взять. Ну ладно, я сейчас эту отряхну об салфеточку. И давайте попробуем с вами сразу, пока светленький, самый светлый вот этот белесый под бровь. Смотрите. Он как хайлайтер, девчонки. Они оба, вот эти последние два оттенка, можно использовать как хайлайтер. Просто если вот этот немножко желтым перламутром, да, видите, вот уже сияет, то вот этот с розовым. А так очень светлый, да, действительно, как хайлайтер. Под бровку, в уголочек, вот эти тенюшки можно нанести. А, слушайте, нет, вот сейчас смотрю, на нос осыпался у меня последний вот этот оттенок яркий. Осыпался на нос, надо будет убирать. Так, и второй глазик. Но если кисточку стряхивать, то такого вообще не будет. Поэтому я не могу сказать, что это типичный Алиэкспресс. И самые дешманские тени, они средние, девчонки. Так, вот тут сияшечку нанесли, все тоже. Так, дальше давайте темные оттенки теперь потестим. Совсем темный не хочу. Давайте вот этот вот, что ли, вот этот в уголок нанесем. Если стряхивать, то ничего сыпаться не должно. Посмотрим сейчас. Вот так. Маловато. Маловато мне от него пигментации. Хочется посильнее. Все равно осыпается, да. Вот эти темные оттенки осыпаются, их видно. Вот сюда осыпался. Их видно. Я не знаю, у вас вообще были, девчонки, когда-нибудь тени, которые не осыпаются во время нанесения? Я не имею в виду какие-то кремовые продукты. У меня не было. Так, и тушуем вот это все дело с вами. Тушуется хорошо. Оттенки смешиваются хорошо. Мне кажется, этот оттенок выглядит как грязь вот тут, да? Не очень удачный. Так в целом неплохо, когда вот так смешу. Вот так немножко грязнит, что ли, века. А так в целом неплохо. Давайте второй глазик. Я уже стряхиваю их, потому что они осыпаются. Я бы назвала эти тени средними по нанесению, девчонки. Не сказать, что прям вау, какие они суперские, крутые, но не сказать, что это дешманские тени с Алиэкспресс. Нет, отнюдь. Подтушуем все кверху. Средний сегмент. Нравится, что у них, девчонки, такой сатиновый блеск без всяких шиммерных частичек. Ой, себе веки нагрязнила. Без всяких шиммерных частичек, то есть он равномерный. Так. И на нижнее веко еще темный мне оттенок обязательно нужен. Давайте с вами возьмем совсем темный. Вот этот вот. Кисточкой маленькой вот этой. Затемнить слегка нижнее веко. Он как-то на глазик тоже плохо переносится, как вот тут. Не знаю, девчонки. А если не стряхивать, будет сильно осыпаться. В целом нормально. С третьей попытки перенесла. Так, другой глазик. Мне бы еще здесь, в этой палетке, вот не хватало, чтобы вот пользоваться... Ой, на этот глаз нормально. Перенеслось чудеса с первого раза. Яркий, насыщенный оттенок. Мне не хватает такого, знаете, телесного оттенка без... без сатина, чтобы покрывать верхнее веко вот тут вот, да? Немножечко высветлять. Мне вот такого оттенка здесь еще хочется. Сейчас попробуем, может быть, вот этот оттенок подойдет у нас в этой роли. Вот этот вот. Мы с вами его наносили. Нет, мы не его, мы другой наносили с вами как подложку. Сейчас попробуем вот этот. Я хочу немножко высветлить вот эту зону. Получится? Ну, получается. Но такой с желтым отливом. С желтым не хочется. Попробую сейчас вот этим розовым. Не стряхивай кисть, прямо вот так вот. Потом растушуем, сделаем плавный переход. Вот, другое дело. Да, вот этим розовым лучше это делать. Он по факту не розовый на глазах отнюдь. У него просто небольшие такие сатиновые частички, которые уходят слегка в розовый. Так нормально. Можно этой палеткой праздничный макияж сделать, как вы видите, да? Мы с вами сейчас такой нелегкий, довольно агрессивный макияж сделали. Давайте все границы растушуем как следует. И посмотрим, что получилось по факту. Дадим этой палеточке оценку. Ну, вроде все. Только все равно вот немножко этот оттенок смотрится как грязненький. Как грязненький. Мне хочется его добавить вот сюда, чтобы у меня разные веки получились.
Вот так. В целом макияж мне нравится, он выглядит красиво. Много цветов у нас получилось с вами, переходы, все выглядит довольно достойно. Нет такого яркого блеска, они немного здесь сатина, не сильно сатиновые. Нужно мне кисточку найти для пудры и убрать тени из-под глаз. И с носа. Вот. Осыпаются. Не все оттенки, но вот красный самый яркий такой, красно-кирпичный, осыпался. И темные осыпаются. Это не проблема, в принципе, убрали, все нормально. Так, вот такой, девчонки, получился макияжик. То есть цвета довольно насыщенные, поиграться можно, макияжи придумывать со всякими переходами можно. Можно сделать и праздничный, сильного прям блеска, видите, нет, как, допустим, от запеченных теней, да? Все довольно достойно. Можно сделать и повседневный макияж, оттенки здесь позволяют это сделать, да? В целом, что хочу сказать... За 1500 я, возможно, бы и не взяла эту палетку. По Faberlic Like, если бы не смогла выполнить условия акции, по Faberlic Like, зная, что они осыпаются и так далее, да, взяла бы. Со скидкой 70% взяла бы, девчонки, эту палетку, потому что мне очень нравятся эти оттенки. Это мои оттенки, они мне нравятся, они мне подходят. Я люблю такие в ежедневном макияже использовать, поэтому взяла бы. По Faberlic Like можно взять вполне, за полную стоимость нет. Здесь рефилы довольно большие, палетки хватит надолго. Мне кажется, вот эти оттенки даже можно использовать как пудру и бронзант, потому что вот этот верхний, он прям бронзовый. Вот этот вполне себе. Она довольно универсальная, вот этот вот. Можно использовать не как пудру, я сказала, как румяна, девчонки. Да, вполне себе. То есть она очень универсальная. Можно сделать с ней и смоки глубокие, можно и повседневные, можно замутить и праздничный с такими вот красивыми переходами. Мне понравилось. Я не могу сказать, что это крутейшие тени, которые не осыпаются, круто пигментируют, но они здорово тушуются. Это уже важно для тех, кто любит делать сложный макияж глаз. То есть не один оттенок использовать, а несколько. Они тушуются идеально, девчонки. Вот просто. Есть тени, которые вообще не поддаются тушевке. Вообще эти тушуются идеально. Это плюс большой, но и плюс для меня в оттенках. Они мне вот эти вот все оттеночки очень нравятся. Я люблю такие использовать в макияже. Что вам еще сказать? Это не самые дешевые тени в моей жизни. Из Китая палетки хуже. Там вообще, как только набираешь, осыпается все и в разные стороны. Здесь осыпается поменьше и в основном насыщенные оттенки. Вот этот и вот этот. Вот эти самые насыщенные оттенки, они прям так здорово осыпаются. В общем, решайте сами, брать или не брать. Я довольна. У меня эта палетка теперь будет на ежедневном использовании. Надо попробовать еще вот такой кисточкой. Мне кажется, такой кисточкой пигментация прям будет очень сильная. Смотрите, как набирается, чтобы вы понимали. Видите, когда набираешь такой кисточкой, они... осыпаются, вот прям здесь собрались, да, осыпались. Они осыпаются, их много на кисти. Вот я стряхнула, и тут прям, видите, мусор. Их много на кисти, их надо припечатывать, прям, чтобы они хорошо наносились. Ну ладно, хорошо тушуются, это здорово. Не ложатся пятнами, хорошо тушуются. Поэтому пусть будут. Не за 1500 и не за 1000 даже, но за 500, 600, может быть, 700 рублей я эту палеточку взяла, девчонки. Вот так. Вот такой мой вам отзыв. Надеюсь, что он был полезен. Если вы брали уже палетку, это, девчонки, пишите, как вам. Аромат этой палетки тоже нравится. Не скажу, что он начал раскрываться дальше. Как понять, холодная кожа у тебя или теплая? Я вчера Иринку слушаю и думаю, а какая у меня кожа? Судя по ее описанию, мне кажется, у меня холодная. Потому что он дальше сильно особенно не раскрывается. Есть вот эта вот искристость, брызги шампанского, сладенького такого, брют. Здорово. Мне нравится. Мне прям вот на холодное время года нравится. Действительно, надеюсь, я этот аромат получу тоже в подарочек. Будет классно. Если бы не получил, девчонки, я бы взяла его по Faberlic Like. Достойный, очень достойный. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Пишите ваше мнение о новом аромате, если уже протестировали, о палетке, о вот этой. А я с вами прощаюсь до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Ссылка на регистрацию под видео.